Всем привет, друзья! С вами снова Карны. Севен. Вот маг в робе. С такими... Ладно, давай просто пойдем дальше. Пойдем. Мы снова в игре Трайн и продолжаем ее проходить. Куда-то мы прошли. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Сюда. Так, как бы тебе? Куда бы тебе? Повесь сначала... Этот ящичек туда нашиб. Ага. Вот нужно было сначала мне по голове проехаться им, да? Конечно. Затягно. Там смотри, еще может быть внизу что-нибудь будет. Ты ж туда и попадешь как раз. Ну, судя по всему, да, мне туда прилетит. Ну, ты можешь пройти наверняка эти места воинам. Подожди. Я хочу попробовать немножечко другое. Это бред будет абсолютнейший. Ну, да, в общем-то. Ну а что ж ты не спустила себе? Не-не-не. Ага! Подожди. Ого, вот это ты прыгаешь. Давай, вези меня. На карете. На карете? Ну давай я. О, ты так можешь его. Ого! Силище у тебя. Psychic powers. А? Ох, ты даже убила его, смотри. Ты слишком сильно владеешь. То есть у тебя слишком сильные способности. Ты не можешь ими овладеть. Ну, побежали, скорее. Нет, подожди, здесь три штуки, видишь, здесь одна. Покатили. Нам необходимо, знаешь, что сделать? Поставить блок, чтобы он нажал. Да, вот так вот. Клацни там туда или что-нибудь сделай. И один маг блок положит. Нам нужно три кнопки активировать. Да, нам нужен маг. Ладно, смотри, я вот так вот сделаю. Побежали. Ну ты не пробежишь. Ну ничего, я тебя телепортирую. Тебе остается только умереть. Или пробуй нажимать. Ты можешь нажать, потому что я когда один проходил, я же один проходил. Представь, каково мне было одному проходить это все. Это чудовищное испытание. Ой, я что-то тут подорвал. И... О, я опять что-то подорвал. Как мне нравятся разрывные стрелы. Почему? А как отсюда выйти, например, из этого помещения? Здесь же должен быть какой-нибудь рычаг, который отпирает дверь с этой стороны. Почему такого нет? Не предусмотрели разработчики. Так нелогически. Ты почему молчишь-то? Я пытаюсь сделать. Такой спустя 20 минут, а ты чё молчишь, Сэйван? Чё так тихо? Да, давай просто поставь я хочу с обоих сторон. Блин. Чё, я умерла? Ну... И класс, вообще. Ладно, сейчас все будет. Поставь с обоих сторон, рядом с этими кнопочками, эти блоки свои. Да сейчас будет все хорошо. Ими тоже можем нажимать на кнопки. Вот, все замечательно. Идем, смотри, все как просто. Я же говорила, маг нужен. А! Угу. Хочешь себе что-то хочешь себе поджарить или как? А тут есть проход или нет? Там есть проход, точно. Я слышу, ну не знаю, смотри, стрела пролетает. А, нет, не пролетает. Просто нет. Отверстие. А, но зато мы. Ну, хрена с два. Нафиг. Ты возьми, смотри, возьми мага. И видишь, как ты уже пробежала? Взяла да пробежала. А, вот так что ли? Уи-и-и. Ну я так тоже могу. Но нужно по-умному. Возьми мага и убери шестеренку, которая уберет подачу. Я не видела там шестеренку. Вот внизу. Ты смотри, откуда просто идет. Я пыталась, ты потом посмотришь. А, вот это надо убрать что-то. Да. И поставь ее. А, нет, не нужно. Или нужно? Нужно. Ну, ядрите. Я же говорю, не нужно. Ну ладно. Сейчас.
Ой, ядрить, ядрить, ядрить. Все, все, все хорошо, хорошо. Защищай меня. Защищай. Ой, что я делал? Господи, где я? Убирай, убирай вот эту трубу, которую поставил. Убирай ее сейчас же. Подожди, ты. Вот, все, все. Не подогревай котел. А никак он. А его нельзя не подогревать. А его нельзя не подогревать. Вот просто положи вот. Так вот, видишь? А, точно, нельзя, точно, действительно. Только если вот как-нибудь вот, вот так. Ну вот только если так. Не знаю, так пойдет? Пойдет, пойдет, конечно, пойдет. Что-то мне не надо. Мне вот эти зеленые. О, черт. Мне вот эти зеленые все цвета так напомнили сейчас о черном зеркале. А почему? Ну, ты черное зеркало играл в первое. Я играл, но когда, наверное, классик в седьмом был. Или восьмом. Ну, в общем, суть в том, то, что там встречались такие же тона. Так. Зачем ты? Не знаю. Поставилась, я поставила. Да что меня убивает, эта зараза зеленая. Тебе надо. Блин, а я не могу ее. Классно. Мы сейчас умрем. Ты в курсе, потому что я до нее не достану. Тебе придется воскрешать нас. Возвращайся тогда, чтобы время зря не терять. Сейчас я ее попробую угрохать. Нет, вот ты сначала воскреси, а потом угрохай. Я хочу попробовать так угрохать. Ну ты попробуешь, только воскреси меня сначала. Все равно же потом возвращаться придется. Блин. Потерялась. Не, он меня просто не спрыгнул. Ой. Оседочки. Сейчас я эту гадину. Ай, черное зеркало. Я что-то о квестах вспомнил вообще многих. А что такое? А, да что? А ладно, ладно, стой, стой, стой. Я прикрываю, прикрываю, стой за мной. У меня же это не прокачано. Давай ты ее будешь валить, а я буду воином прикрывать. Скорей, скорей, скорей! Попадание какое, а? И вот ты не мог этого с первого раза сделать, когда... Я не мог! Как обезьяна прыгаем прям. Да. Мне это напоминает игру тоже, 8-битную циркус, как это так. Ой, не напоминай! Это такое геморройще, блин, было. Через кольца обязательно надо было прыгать постоянно. Это не то, что кольца, да это же бог просто попасть куда-нибудь, чтобы подпружинить. Ты помнишь, как это было? Это было ужасно. Это... Ай, да ай. Что вы... Нет, надо чуть погодя прыгать. Вот давай, я буду считать, а ты будешь прыгать. Ладно, не буду считать. Ай, блин, я засмотрелась и упала вниз. Где мой маг любимый? Ну где эта платформа была, когда она так нужна? Почему? Почему-то все игры меня ненавидят. У меня проблемы сейчас со всеми моими прохождениями. А-а-а. То одна игра зависнет, то вторая выкинет, третья сотрет сохранение, четвертую придется перезаписывать по несколько раз. А-а-а. Ладно, что я тебе рассказываю, какая тебе разница? Господи, я думал, у всех такие проблемы. Те, кто записывает хоть раз, хоть два. Ну просто все нормально так было, все лето. Просто отдыхалось, я замечательно снималась. А тут бац, и... адовая неделька такая вылилась. Ой, спасибо, открыла мне дверь. О, господи. Я не хочу туда. А воинам ничего так проходится. Сейчас и магом пройдется нормально. Так, сейчас. Только. Где там шестеренка, ты говоришь? Воинам проходится хорошо, да? Блин, а куда идти-то, елопала? А. Ты пробеги просто сейчас под этой шестеренкой. Давай скорее. Ну, и убейся. Не успеешь. Да успеть-то я успею, но, блин, оттуда-то как?
Ладно, сейчас, сейчас надо поймать. Да просто пробеги и все нормально. Подожди. Вот сейчас пробежал бы и все. Сейчас вот я и пробегу. Можешь нарисовать кубик на этой кнопочке, посмотришь, что будет. Можешь меня воскресить, спасибо. А так тут нужно было воровкой спокойно пройти, не напрягаясь. Ну, хитрить-то колотить. Не трогай меня! Что там? Что там? Я иду! Там эта штука меня в пропасть скинула. Индиана Джонс. Не иначе. А ты знаешь, что я помню, если спуститься сюда, тут будет какая-то секретка, по-моему. А, нет. А, да. Ты сам себя воскресил. Твоей помощи тут не дождешься. Нажми на кнопку. Да уже. Выпустите! Выпустите! Я хорошо буду себя вести. Давай, давай, ты сможешь, я верю в тебя. Такой звук еще был. Что там еще плюется какая-то зараза с зеленкой? Ненавижу зеленку. Йод хуже. Это меня придавило, придавило. Знаешь, как в мультиках сейчас себя ощущаю по таким вот шарам, когда некоторые персонажи катятся и... А ты так спокойно смотришь на меня? Чем еще делать-то? У меня выбора нету. Выбора нету. Могла бы хотя бы, не знаю, сделать вид, что тебе не все равно, что я тут нахожусь. Я ж... О, стоп, стоп, я поняла, я поняла кое-что. А нам сначала еще вот эту трубу нужно достать. Господи, а, ну, сейчас что-то я видела, что-то... Давай, доставайся. Давай, хорошим ударом разбей эту деревяшку. Подожди, как же? Мага можешь. А, вот это ломайся, нет? Хорошим. И все. А, господи. Давай, хватай ее и тяни. Всему тебя нужно учить. Всему говорю. Я вот, вот жаль, я не видела, как ты первый раз засиграл. И не надо на это смотреть. А то очень как бы умно сказать, когда уже все знаешь. А я не знаю. Я просто уже понимаю, как здесь все работает. Я не помню эту игру. Совершенно. Серьезно говорю. Ой-ой-ой. Чего ты так реагируешь-то хорошо на меня? Нет, ты сними эту трубу. Че, почему? Нужно их поменять местами, мне кажется. Думаешь? А то. Подожди. А кстати, куда? Нам нужно наоборот пустить пары из вот этой, из вот этого портала. А, зато я теперь могу подняться. Смотри, нам тут нужно... А где вторая? Где второй рычаг? Какой второй? Тут только один. Зачем тогда? Нам из этого, чтобы пар шел. Буквы, и ты должна пар пустить вот в этот портал. В этот, вот, да, сюда. А, в него, что ли? А, все. Так, подожди. Только выйди оттуда. Да, да, хороший, хороший совет. А то у меня бывает такая проблема. Все обрушивается под твоими ногами. И я полетел. Подними порталчик чуть повыше. Вот, спасибо. Как раз... Нет! Нет! А, тут можно. О, ура. Это так, на будущее. Кстати, летишь? Этот портал можно... тяни его выше и налево. А выше налево, уже некуда. Значит, влево. Нет? А нельзя там влево, да, тоже? Мешает. Нет, влево можно, чуть-чуть. Все, вот это как бы нет, конец. Подходит, тогда давай. Нет, нет, подходит. Нет, не подходит. Давай на вправо тогда. До упора. Все, пойдет, пойдет. Ой, ой, я не могу выпрыгнуть нормально. Держи равновесие. А, на эту платформу таким образом можно подняться. Вот и все.
Библиотека какая-то. О, я вспомнила Dragon Age. Ассоциативный ряд, ассоциативный ряд. Там такая же библиотека была. Ты, наверное, какую игру не проходишь, постоянно вспоминаешь что-нибудь, да, другие. Ну, а почему нет? У меня хорошая память. Та-дам! Нет! Так, падай. Ты же маг, ну ты можешь подсобить себе этими чемоданчиками. Ауч! Нет, не успел. Сам-то понял, что сделал. Спасибо! Тебе за помощь. Да не за что. Да, а то я сейчас стишок подниму, а лови, тебе... лови, там обтяжка упала. А ты останешься без стишка. О, зато у меня секрет. Без похабного стишка. О, это было... Ты это видел? Моя сестра умнее всех, никто не даст совет верней, но я волнуюсь за нее. Она чем дальше, тем мрачнее. О, это про меня. Беги. Господи, я смотрю на тебя, как ты там, и сама, знаешь, в сторону хочу пойти, чтобы, а это ты там просто. Так, надо бы тебе как-нибудь, я не знаю. Ты спускайся, я уже все подобрал. Стежков тебе не осталось. Я тебе зачитал, тебе мало? Нет? Подожди-ка. Слушай, а здесь, кажется, можно как... Поднимись наверх. Ящер! Что? Я как? Забей, все, уже поздно. Это уже поздно. Хорошо. Что ты там про ящера говорил? Вот они кипят. Не нравится им, видимо. Вот они и вылазят. Да, блин, не получается взорвать, получается. Интересно, а? Это не ящер, это, по-моему, это саламандра. Ну да, вообще. Слушай, ты возьми, пока тут героически сражаюсь, мага тогда и сделай что-нибудь, это я не могу туда и туда. Ты сражаешься, ладно. Возьми. Спасибо, взял. Ну просто я смотрю, они что-то закончились, думаю, ладно. Ты хватит там кровь пускать. А что мне делать надо? Сейчас вот так. Вот так возьмем. Вот, держи, лови. Хватай, я ж говорю. Хватай, говорю. Понадобится тебе такая штука, нет? Да. На голову тебе теперь. Бум. Вот и все, держи. Хотя наоборот нужно было подобрать. А, нет, все нормально. А сейчас оно подогревается или нет? Как ты считаешь? Будет идти. Сейчас нет. Вот сейчас нет. Нет? Ну тогда берем эти все трубы. Или нам нет. А, подожди. Да уйди ты, труба. Да я не тебе. Ау. Я просто хочу еще посмотреть, что же там дальше находится. Просто интересно. Ради интереса. Проверить. А тут действительно что-то есть. Дай ядрить-то. О. Я вот только не понимаю, нам сюда нужно или нет? Ну, я вижу, что здесь есть какой-то... Так, что я могу использовать? Как бы на меня туда перепрыгнуть? Как-то так? Да главное допрыгнуть! Слушай, я уже снаружи, бери воина, просто пробеги там и все. Я что-то нашел. Рычаг какой-то, и его активирую скорее. Что я включил? А, не знаю. Ничего, просто платформа. Тю, блин, зачем? А, тут я ж маг, черт. Ну забирай маг. А что, нам не нужны вот эти трубы, нет? Да, в общем-то, видимо, нет. Смотри, там подвальчик есть. Иди туда. Вот там осталось. Да тут пауков, знаешь, сколько? О, тут портрет. Спускайся сюда. Не могу. Спускайся сюда. Зачем? Спускайся. Выпусти тогда! Я не знаю. Там портрет. Некой дамы.
Меня заперли в подвале, не выпускают. Ничего без меня не можешь. Есть, я на воле. А вот ты иди туда, да. Хотя ты же выберешься тут легко, вообще легко. О, это что, далее? Похоже. Спасибо за медальон, Рози. Как же здорово. А как мне теперь? В следующем году надо будет... А как мне запрыгнуть теперь? А как мне туда войти? Помоги мне забраться внутрь. Не надо. Письмами этих дамочек друг другу. Думаю, вовсе не цветок ищем. Ты прочла? Угу. Что ж, не вслух. Ну ты так разговаривал, что ты даже затмил говор. Да ладно. Тебя не затмить. Так не мой. Ага. Тамошний. А, черт, ладно. Подожди. Нет, да, некуда. О! Так, да? Что такое? Ну, хорошо. Что случилось? А что произошло? Я припомню тебе это. А что произошло? Ай, черт. Потом посмотришь, что произошло. О, как я героически просто пропрыгала. Давай, пойдем. Куда? Ну как, куда? В ад сразу, да, прямиком? Дальше, давай. Нет, туда некуда. Подожди. У тебя 4 предмета есть, ты можешь мост построить. Нет, 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 сейчас же мост попадет. А, это вот это за это, да, отвечает? Ой. Ты верни все на место, что ты ломаешь? Я все настроил уже, всю систему собрал. А че она не это самое? Ну, зачем ты ломаешь? Ну, так не выйдет. Ты поставь все как было, и все так сработает. Я пытаюсь ее нажать. Да, поставь все как было. Поставь все как так было. Я все здесь уже все настроил. Все настроил. Вот так было. Вот так было. Все. Построй мостик какой-нибудь. Давай. Ты смеешься, что ли, надо мной? Ну, у тебя 4 предмета. Ты можешь, смотри, поставить раз, два, прочертить доску. Да, поставить. Ну, на этом краю и на том берегу. Ты думаешь, хватит места? Хватит, конечно. Поставь две доски и придави их этими булыжниками. И он мне все рушит, блин, еще говорит мне. Поставь. Ну я же говорю про досочки. Досочки! Досочки. Хотя я так перепрыгну. Нет, я так не допрыгну, там некуда. Давай, прыгать. Давай, прыгай, прыгай. Ты ядрит-то. Ну вот и чего. Ой, бери ты, мага, че ты. Я сегодня соображаю, у меня не получается ничего сегодня. Смотри, у нас же... А, у меня же нет доски, у меня же маг не прокачанный, так что все, давай, решай. Ну давай тогда скажи мне сразу, куда поставить и все, потому что у меня что-то... Досочку вот здесь прочерти, где я сейчас бегаю. Так, чтобы она торчала немного. Все, нет, у нас мага, иди воскрешай меня. А, все. Ну да, это было сильно. Ладно. Учиться тебе нужно, еще и учиться, давай. Отойди. Я ошибаюсь. Ногами никогда не черти себе ничего. Так, сейчас, подожди. Ты клавишами V, A, S, D можешь управлять еще. Так, сейчас. Я уже... Она не двигается. Чуть дальше подвинь. Чуть дальше подвинь. Вот так, стой, ставь. И дави... Подожди, я ее давлю. Ты иди прыгай. Поставь там еще доску какую-нибудь. Так же не допрыгнешь, я же говорю. Это было эпик падение. Это войдет в лучшие моменты этой игры. Так же, как и этот, да? Я получается. Я стараюсь на закадре. Я уже боюсь прыгать.
Серьезно? Досочку еще с той стороны. И все будет... Вот, все, можешь прыгать. Только теперь их не убирай и держи меня. Ну это был второй раз прямо на веревке туда. Ой. Спасайте, помогите. Слушай, а мы что-то... Знаешь, что мы не сообразили-то? Ау. Никто из нас воина не прокачивает. А зачем он? Кому он нужен? Он все равно какой-то слабый. Ну подожди. Кто в тебя стреляет? Ух ты! Ой, ядрить! А я была в этот момент в менюшке. Сейчас, подожди, я хочу повысить уровень воина, что-нибудь ему дать. Здесь есть морозный щит и метание молота. Ну, ничего интересного нету. Ну, разве что морозный щит, когда блокируешь атаки, и можно контратаковать с ними очень хорошенько. Но метание молота, по-моему, получше. Ну, ты его я и взяла. Ну, метание молота не нужно, потому что у нас есть и маг, и у меня разрывная стрела точно такая же, как и... Ну, спасибо, в меня, да. Давай бери мага, что-нибудь делай. Сделал. Я полетел. Не долетел. Недолет. А мне теперь что делать, простите? Бери мага и делай что-нибудь. Давай, бери мага, я тебя буду защищать, а ты в этот момент начертишь себе кубы и запрыгнешь туда. Давай, меняемся. Бери мага, мага бери. Опа. А чё я тут? Ладно, прыгай, живи. Это ты меня так защищать будешь, давай, да? Давай, черти. Я не знаю. Куда ты убежала? Зачем? Да ты так бегаешь, хрен поймешь вообще. Иди, контрольные точки. Иди, возрождай. Что у нас кооп не клеится? Да не, по-моему, очень смешно получается, смотри. А давай. Нет, ну попробую. Магом, что ли? А ну да, зачем нам маг, если... О. Они там сломаются же. Разве? Они раньше же... Они не ломаются. Они ломаются только от лавы всякой. И такого прочего. Вот, чекпоинт, иди, пожалуйста, активируй его. А тут нам нужно полить или что это? Что так за девушку болище? Возьми, что ты мучаешься? А, ну ладно. Я сам активирую тогда и все. А почему эти платформы парят в воздухе? Потому что это магия. It's magic. Тик. Оп. А чё там? А чего мы взяли? Картин для коллекции. Ох ты, ёлки. Со здоровенным носом. Посмотри, как тут. Просто вот так берем. Ты же прокачала воину, давай попробуй. Метать можешь. Да. Мое, все мое. Кому ничего не отдал. Не спорю, ты все, конечно. Вот видишь, все-таки надо было это качать. Нахрен этот морозный щит. Зачем? Лови их. Вот в этом месте, я помню, мучился. Да, я здесь мучился. Я здесь мучился, но тут так все легко. Ну куда ты толкаешь? Подожди. Сильней. Я хочу... Да, сейчас ты меня скинешь, и у нас маг умрет. Тебе это надо? Мне? Давай, я по старой системе буду все делать. Нормально, ты допрыгнешь. Если я сейчас не отфейлю, как вот тогда это было. Не, надо же. Так, я боюсь прыгать в этот портал, прыгай ты. Да все нормально, тут смотри, как весело. Да, действительно весело. Так, главное теперь понять, с какой я стороны. Вот эти звуки, это просто эпик, наверное. Ну что? Я хочу эту великую шестеренку подобрать. У нас, кстати, серия заканчивается уже все, как бы.
пора. Уже... Дай, давай заберем эту шестерёнку. Я не знаю, что... Ну, давай, давай возьмем. И тогда можно заканчивать. Вот я просто хочу. Я просто хочу взять. Я чуть не провалился уже. Потом будет... Я умер. Ладно, так, я пойдем уже. Будет потом такая надпись 3 часа спустя. Пошел вон. Ох, это было эпично. Ты видел? Ты видел это? Он провалился в портал? Нет. Так, подожди. Стрельника в этот портал, чтобы понятно было, куда он... Уии! А, то есть вот так, да? Да. Обратно в портал в этот войти нельзя. А потому что, смотри, вон там дырочка меня есть. Снайперли. Я выйти не могу. В дырочку, потому что прыгни, попробуй. Какую дырочку? Ладно, забей. Уже не надо. У меня есть гениальная мысль. Нет, не получается. Хреновая гениальная мысль. У меня почти получилось. Ну, у меня была примерно такая же мысль. Только я хотела туда поставить этот кубик. Ой, меня обратно. Ну ты же воскрешай. Здрасте, товарищ паук. Ч-ч-ч, остынь. Ладно, сейчас у меня есть идея. Ого! Вот так вот. Нет, я так делать не буду. А у тебя не получилось, да? Как видишь. Нет, 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 нет. Только не вы. Откуда вы взялись? Да какого ж чертишон? Чё вообще такое? Ладно, я буду смотреть, как это... Разбираешься. Как маг есть партнер. У тебя чего-то? Есть маг, но я им умру сейчас, потому что меня резнет фиг знает где. Ладно, не, действительно. А что произошло? Ну я заблокировал огонь, чтобы этот не подогревался, хотя он почему-то, по-моему, все равно подогревается. У меня игра зависла. Да ты че? Да. Классно. Классно. А давай тогда на этом... Ах, черт, сохранения же нету. Тут же сохранения нету. Или, я не знаю, если закончить игру, где она начнется? В самом начале. В самом начале. Блин, да. И... Или начать... Нет, нет, чекпоинт вроде бы. Да, тут чекпоинт. Думаешь? Да, 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 да. Да. Я просто слушай, даже... давай поскорее что-нибудь это уже. В общем, ладно, давай тогда на этом серию закончим. Давай, прощайся, я пока сражаюсь тут героически. Я прощаюсь с твоими зрителями, потому что мои уже меня не видят наверняка. И если они меня не видят, то у меня все зависло. В общем, ладно, всем спасибо за просмотр, за ваши комментарии к видео, и ваши пальцы вверх, за ваше позитивное и веселое настроение. С вами был Карн и... Севен, который отчаянно сражается. Мы еще увидимся с вами, конечно же, в этой игре. Всем пока. Пока-пока.